Всем привет, с вами Юрий Тиктокмир. Зачастили ко мне Casio MRG, чему я несказанно рад, поскольку сами часы мне доставляют огромнейшее удовольствие. Действительно топовая вещь. И сегодня я вам покажу новую модель на калибре, нам уже с вами знакомом, 5531 3-Way Time Sync. Это Casio MRG G2000 CB1A. Это одна из трех моделей на новом калибре. Был у нас уже с вами обзор MRG G2000 HT с технологией обработки безеля и браслета Kasumi Tsuhime. Полный обзор можете посмотреть, ссылочку я в описании оставлю. Часы в принципе отличаются только внешним видом от того, что вы уже видели. Главное отличие этой модели от G1000, G2000 это новый тип безеля, материал кабарион или кабариан. Это вещь, как Casio говорит, в 3 раза прочнее обычной стали. То есть, теоретически, не должен он царапаться. Благодаря своей прочности и твердости им удалось отполировать его просто в зеркало. Вы сами это видите. Можем с вами сравнить данный тип безеля с безелем, который раньше применялись на G1000, как на черных, так и на светлых. Вы можете прекрасно видеть, что действительно кабари он прям такой зеркальный. И на обычных часах он был все-таки матовый. Вот, я думаю, вам хорошо видно. И скажу пару слов об этом безеле. Выглядит он вживую очень красиво. Часы действительно производят приятное впечатление. Все остальное черное это титан, DLC покрытие. Здесь все идет по стандарту. И также отмечу, что вот этот черный стиль часов, он наследует черты воинов Курозунае, самураи древнего периода, которые использовали черную одежду и даже черное оружие. Поскольку уже был полный обзор модели G2000 HT, повторяться не буду, вкратце скажу, что это титан с покрытием DLC, черным, материал кабарион, в 3 раза круче, чем сталь, солнечная батарея, калибр 5531, GPS, Bluetooth, Multiband 6, соединяемся с телефоном, выставляем все, что угодно, все, что нужно, все настройки есть, также отдельное видео по этому делу я делал. Люминофор на стрелках, LED-подсветка, все это обязательно есть. Также немного о размерах, напомню, 34,5 стекло, полностью безель 44,5, полная ширина 51,2 мм, толщина 16,8 и вес порядка 145 грамм. Но легкие часы сидят отлично, как и любая предыдущая модель Casio MRG, они все сидят просто прекрасно. Также хочу обратить ваше внимание, что дизайн стрелок он не претерпел изменения по сравнению с модельками G1000. В отличие от моделей G2000 HT, там стрелки были другие. Как соединяются часы с Bluetooth, я вам показывал в отдельном видео, ссылочка в описании обязательно будет. На этом буду прощаться, скажу лишь, что официально цена на часы в России 300 тысяч рублей, но можно купить их примерно за 240-245 тысяч российских рублей. На этом все, всем спасибо, всем добра, мира, позитива, теплой весны и носить хорошие часы. Всем пока!